небольшая линейка пригодится. Мам, смотри, что я нашел. Ого, какая большая. Может, это Балди потерял? Ну, я так не думаю. Но лучше положи ее на место, там, где нашел. Что происходит? Хватит баловаться, Денис. Дениса не устану. Когда ты отгадаешь мое задание? Ну давай загадывай. Твое задание в радиусе 5 метров. Найди его и реши. Ну ладно, сейчас поищу. Тут нет. Тоже нет. О, может это? 2 + 5. Так-то легко. 7. Правильно. Второе задание в радиусе 10 метров. Найди его и реши. Ой, ладно, хорошо. Сейчас я его найду. Это задание. О! Ой. 4 + 7. Легкотня какая-то, а не задание. 11. Все верно. Найди теперь 3-е задание и попробуй его решить. Ладно, 2 нашла и 3-е найду. Вон оно. Так. Не поняла. А это еще что такое? Эй, Балди, так нечестно. Ответ неверный. Денис, ну я же твоя мама, а ты мне так больно треснул. Денисом я стану, когда ты отгадаешь мое задание. Так как ты задаешь задание, я их никогда не отгадаю. О, смотри, белка! Красивая. Ты не выполнила мое задание. Быстро остановись. Кажется, оторвалась. А, проехал мимо. Ой, ну я и влипла с этой линейкой. Ты все еще в игре. И у меня для тебя есть новое задание. Ладно, давай свое задание. У тебя есть 10 секунд, чтобы спрятаться. Ну хорошо. Ой. Мам, тебе что, кошмар приснился? Может и приснился. А ну брось эту линейку. Мам, ты чего? Ну мало ли, может она какая-то заразная. Поехали лучше покатаемся. Ну, поехали! Поехали!
ставь лайк и не забудь подписаться на наш новый канал. Пока-пока!